Здравствуйте. Здравствуйте. Вас покажут по телевизору, можно приветы передавать. Привет всем, кто меня смотрит. Проходим инструктаж. Случился подарок, 2 года назад подаренный. Папа прыгает в тандем с 4000. Удачи, я буду рядом. Да, что говорить? За что она вас заставила прыгать? Да, подарила. Подарила на день рождения прыжок. Пришлось все же делать. Надо теперь так называется? Подарок надо принять. Все же. Это не хватило веса. Страшно? Страшно, конечно. Там контровки. Ну ничего, а ей не страшно? Надо когда начинать. Катерине не страшно? Ну, было, наверное. Ну, тоже первый раз страшно. Потом привык. Тоже понравится. Будем. Вы ее ремнем не наказывали в детстве? Немножко. Может, отомстить очень хоть? Мало. Поэтому и прыгает. Припомнила, наверное. Это месть. We'll be right back.
А что, не пристегивали, что ли? А зачем? Зачем? Поздравляю. Спасибо. Здорово было. Очень. Особенно по траве, когда проехал. Еще бы. Продулся. Давайте быстренько фото, я попал. Ура, это сделали! Здорово, поздравляю! Я просто не... Что понравилось? Свободное падение под куполом? Все понравилось. Когда было страшно? Еще надо попробовать. А? Еще? Не, никогда не страшно, вообще нормально. Нормально все было. Ну и не зря на этим занимается? Наверное, не зря. Надо приезжать всегда веселые. Ну что, повторим обязательно. Понравилось? Повторим, сына привезу, брата Катиного. Ага, там тоже упирается, да. Сожгет ей. Супругу нет, навряд ли, но тоже можно. И как наказать? Да. Как получится. Ничего себе, тут у нас. Ну, в общем, соберемся.